kurwa. Теперь не кажется такой непроходимой, только вот эта вот левая часть со стенкой двухметровой в конце. Ну и по стенке кто-то заезжал. Когда я сюда заезжал, я закурвил, но заехал с первого раза. Посмотрим, что будет сейчас. Kurwa! Бензин! Вытекает! Зараза! Ну ладно, 2 из 3 тоже неплохо. Как мне теперь его отсюда вытащить?
когда я вот тут на горку заезжал, я себе стукнул топливный краник. Закончил я на сегодня покатушки. Надеюсь, до дома доеду, и у меня от вибраций ничего не отвалится.